Добрый день. Сегодня я хочу поговорить на такую тему. Очень часто сталкиваюсь с непониманием своих объяснений. Мне понравилось высказывание одного зрителя. Я его процитирую, но недословно. Он говорит, здесь, говорит, зрители делятся примерно на три категории. Первая категория в законодательстве ничего не понимает. Он это оценивал как юрист. Эта категория или вообще ничего не слышала о законодательстве, или уверена, что им по наследству досталось знание о законодательстве охотничьем и так далее. Но они абсолютно ничего не знают о законодательстве, но безапелляционно утверждают свое мнение как единственно правильное. Вторая категория – это те, которые в принципе, что-то читали, где-то что-то слышали, но толком не поняли, и тоже делают на этом свои выводы. Ну и третья категория, это которые вообще не признают никакое законодательство, нам все по барабану, мы ничего не боимся, будем делать, как мы хотим. Ну, я бы к этой цитате отнес еще одно. Современный бюрократический язык, которым написан закон об охоте, правила охоты и так далее, написан таким языком, неграмотным, таким сложным языком, что человеку, который не сталкивался с бюрократическим языком, вообще его сложно понять. Сейчас попробую объяснить. Современный бюрократический язык все время улучшается в кавычках и улучшается. И, видимо, скоро простые граждане совсем перестанут его понимать. Так как я чиновник со стажем, мне кажется, что я этот язык понимаю. Поэтому попробую некоторые охотничьи термины из законов перевести на русский разговорный. Возьмем, к примеру, такой термин, как охота. Что такое охота? Пункт 3 правил охоты. Охота – это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Если буквально понимать этот пункт, то любой поиск, любое выслеживание, преследование, первичная переработка и транспортировка, я уже не говорю добыча охотничьих ресурсов, все это является охотой. То есть буквально получается, что фотограф, любой натуралист-любитель, если пытается выследить охотничий ресурс, или ваша жена ощипывает утку, они являются охотниками, и они осуществляют охоту. Странно, что с этих людей до сих пор еще не потребовали иметь охотничий билет. Для сравнения возьмем положение об охоте и охотничьем хозяйстве в РСФСР. Тогда определение охоты было такое – охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и птиц. Даже комментировать нечего. Все ясно и понятно. Теперь зададим такой вопрос. А что же такое охотничьи ресурсы? Зачем ввели этот термин в закон об охоте и потом в правила охоты? Без жидкого стимулятора деятельности головного мозга и не разберешь, что это оказывается дикие животные и птицы. А нельзя было, как раньше, никаких охотничьих ресурсов, никаких объектов животного мира. А дикие звери и птицы, обитающие, а также выпущенные в целях разведения в охотничьи угодья РСФСР, независимо от того, в чьем ведении находится территория, на которой они обитают, составляют государственный охотничий фонд, использование которого допускается с соблюдением установленных правил охоты. Тоже не очень, тоже бюрократический такой язык, но, по крайней мере, более понятно, чем сейчас. Теперь разберем приравнивание. В законе об охоте сказано, статья 57. Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Пункт 2. В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и или продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. Зачем так коряво? Если вы все же оставили приравнивание, то напишите как бы в одном пункте с определением охоты.
Нахождение в охотничьих угодьях с оружием, собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты, либо сдобытой продукцией охоты приравнивается к охоте. В чем отличие? Сейчас такой термин появился – орудие охоты, что требует расшифровки. Раньше были орудия охоты просто перечислены, то есть оружие, собаки, ловчие птицы и другие орудия охоты. И все понятно было. А сейчас надо переходить обратно к закону об охоте и смотреть, что такое орудие охоты. По сути, писали про одно и то же, только раньше не было возможности не понять, что написано. А сейчас Минприроды пишет письма с разъяснениями, переводом снова бюрократического на русский разговорный. Вот так, разобрав лишь только одно понятие, можно прийти к выводу, что закон об охоте и новые правила охоты надо полностью переписывать. Тут, кстати, в комментариях некоторые пишут, что охотнадзору надо запретить охотничье оружие и запретить охоту. Так вот, я вас обрадую, в Москве уже те, кто пишет охотничье законодательство, не являются охотниками. Скоро, видимо, и на местах инспектора будут не охотники и будут решать охотничьи вопросы, абсолютно не понимая в охоте. Думаю, что большинству охотников это не понравится. На этом пока все. Задавайте вопросы.